Таким вот звуком, вообще как будто бы так, чтобы люди... Чего она там начинает петь? Лучше смотреть вдаль, беспристрастно. Лучше руками не водим поначалу, все зажаты, закрыты. Чуть-чуть. Эмоций пока никаких не даем. Секундочку. Вы понимаете, это я вам сейчас какие-то посылки даю, вы это все можете развить так в любом произведении. И вам это понятно, да, о чем речь? Совсем вот таким вот звуком. И потом, то есть любое вот это махание руками, это отвлекает публику всегда. А когда человек знает, что он хочет, вот я вам все объяснил, да, мы сейчас с вами просмотрим, и вы знаете, что вы хотите донести. Оно, знаете, каждая клетка начинает излучать. Можно вообще вот так стоять. Понимаете, вот стоять. Вот бывает, что человек вошел в дверь, он еще слова не сказал, рот не открыл, а у него уже в излучении все есть, весь его внутренний мир. Так и здесь. Не пою я. Да, да, да. Чуть-чуть оживаем. Человеческий образ. Чуть-чуть вперед.